Генеральный прокурор, председатель Совета министров, секретарь обкома Мендыбаев и некоторые другие руководители, комсомольские руководители, многие из тех известных людей, которые нами сейчас руководят. А, естественно, встает вопрос, почему Колбин, и почему за 18 минут, и почему на пленуме, а не на съезде, как можно было сделать это раньше. То есть это нарушение принципа заявленного перестройка демократизации, учета мнения народа. Это прямое нарушение того, что обещал Горбачев. Второе прямое нарушение заключалось в том, что была внутрипартийная линия на учет мнения рядовых коммунистов. Их просто проигнорировали абсолютно. Ровно как и мнение беспартийных. Затем проигнорировали мнение руководства казахстанской партийной организации и Совета министров, и вообще казахстанского руководства по этому поводу. Здесь ни с кем Горбачев, по-моему, не советовался и не хотел советоваться.